Добрый день! Вас приветствует телеканал ЮТВ, программа «Мой город Казань» и я, ее ведущая, Лиля Калимуллина. Карл Фукс оставил глубокий след в жизни города. Он был врачом, естествоиспытателем, нумизматом, журналистом, краеведом и человеком большой души. Чем же он так запомнился горожанам? Об этом мы сегодня и поговорим. Карл Фукс родился в Германии в городе Герборне 6 сентября 1776 года. Учился в Геттингенском университете, степень доктора медицины получил в Марбургском университете. В Казани Карл Федорович прожил более 40 лет, она стала его второй родиной. Когда он впервые приехал сюда, был ошеломлен красотой и великолепием города. Казань была в то время по величине и значению третьим городом Российской империи. Казань имела черты восточного города. Даже в центре Кремля сохранились каменные переходы. Гостиный двор поражал богатством лавок и разнообразием восточных товаров. А в татарской слободе были красивые мечети, декоративно оформленные дома, женщины ходили в ярких национальных одеждах. Все это было необычно для европейского человека. В 1800 году он приезжает в Россию. А уже через 5 лет Карл Федорович Фукс был назначен профессором в только что открытый Казанский императорский университет. Карл Федорович Фукс сделал огромный вклад не только в развитие и становление науки в нашем городе. Он был одним из первых историков-краеведов, одним из первых людей, который написал историю Казанской губернии. Но, конечно, основную свою жизнь, основную он деятельность провел именно в Казанском университете. Здесь он пробовал себя в совершенно различных ипостасях, от обычного профессора до известного ученого. На протяжении нескольких лет он работал и библиотекарем университета. А сразу после этого, с 1823 года, Карл Федорович Фукс становится пятым по счету ректором университета. Но главное, не стоит забывать, что именно в пору ректорства Карла Федоровича Фукса в нашем городе появляется великолепный архитектурный ансамбль Казанского императорского университета. Главное здание – визитная карточка университета, по которой Казанский университет узнают во всем мире по сей день. У Карла Фукса была своя собственная методика. Помимо теоретических занятий, обязательная программа для студентов была летняя практика. Он совершенно не хотел держать своих студентов в душной запертой аудитории, поэтому летом занятия по ботанике обязательно проводились, так сказать, в поле. Они гуляли по полям, по лесам, гуляли здесь, по холмам университета, осваивая эти места, собирая различные травы, растения, знакомясь не только с местной флорой, но и фауной, и собирая различные коллекции. По воспоминаниям студентов Карла Фукса, самым любимым занятием было собирать бабочек. И хотя микроскопов тогда не было, бабочек они с удовольствием рассматривали, собирали, таким образом начинали подготовку к весне не только природы, но и к весне жизни. По большому счету, именно такая практика Карла Фукса стала началом натуралистической школы и образовательной деятельности, которая сохранилась здесь по сей день. Ведь до сих пор студенты биолого-почвенного факультета всегда летом на летней практике, ботанической практике закрепляют полученные теоретические знания здесь, в поле, применяя их уже на живой природе. Разумеется, Карл Фукс не просто так эксплуатировал своих студентов, заставляя собирать их различные экземпляры флоры и фауны, а все их интересные экземпляры он собирал в коллекцию, которая пополняла его собственную. Между прочим, именно эта коллекция и стала базой для создания зоологического музея Казанского университета. В результате своего путешествия по России Карл Фукс привозит свою новую частную коллекцию, состоящую из 599 экземпляров различных птиц, рыб, млекопитающих. В 1837 году эту коллекцию он передает сюда, в ведение Зоологического музея Казанского университета. К сожалению, большая часть этой замечательной коллекции не сохранилась. К тому времени, видимо, не было соответствующих условий, знаний об условиях хранения всех этих чудесных экземпляров. И на сегодняшний день от богатейшей коллекции осталось только 45 экземпляров. Тем не менее, они сделали свой вклад в развитие науки. И благодаря этим экземплярам наши ученые по сей день знают состав орнитофауны того периода. Идея создания в университете ботанического сада возникла на лекциях по естественной истории. По предложению Фукса студенты начали расчищать место для оранжерей на склоне горы за университетом. Вместо старых деревьев высаживались кедры и липы. Семена многих растений Карл Фукс выписывал на свои средства. Так в Казани появился первый ботанический сад. Позже он был перенесен на берег озера Кабан, где сейчас располагается зооботсад.
С 1812 года Фукс открыл врачебную практику. Он был самым известным в Поволжье врачом-практиком. Само присутствие его у постели больных благотворно влияло на процесс их выздоровления. В Казани не осталось почти ни одного дома, в который бы не приходил Фукс для оказания помощи. Он помогал всем, вне зависимости от сословия. Карл Петрович был первым врачом-европейцем, кого стали приглашать в татарские семьи. Он был своим человеком в домах Ибрагимова, Юнусовых, посещал медресе и мечети, был званым гостем на празднованиях в татарских селениях. Фукс выучил арабский и татарский языки, собирал и изучал татарские рукописи и монеты. Заинтересовавшись местной историей и культурой народов края, Фукс неустанно работал с источниками. Его нумизматические коллекции дали возможность точного написания имен ханов Казани и датировок. В 1821 году он женился на Александре Андреевне Опехтиной. В первые годы брака у них родилось четверо детей, но все они умерли в младенчестве. И они взяли на попечение девочку Татьяну из крестьянской семьи. Позже в семье появилась девочка Софья. Девушки сдружились и помогали отцу с рукописями. Карл Федорович всегда вел деятельный образ жизни и отличался необычайной подвижностью. Он вставал в 6 часов утра и рано выезжал с визитами к больным. Практика его была обширна, денег он получал много, но щедро раздавал их, нередко прямо по дороге к дому. Домой он возвращался обыкновенно в 2 часа и садился обедать. После обеда любил с трубочкой в зубах посидеть у жены, поговорить о новостях дня, о литературе и литературных занятиях Александры Андреевны, а потом прилечь отдохнуть. Отдохнув, Карл Федорович, вновь бодрый и веселый, отправлялся на вечернюю практику. Вернувшись домой, он возился с коллекциями, рукописями, принимался за письменные работы или чтение. Живая и подвижная натура Фукса требовала перемены обстановки, и поэтому у него не было постоянного места для занятий. То он работал в кабинете, то в зале, то в столовой. Так обычно проходили дни деятельной жизни Фукса. Лишь литературные вечера вносили разнообразие. Двухэтажный дом, построенный в начале 19 века и выполненный в стиле классицизма, был новым памятником городского архитектурного типа. В этом доме жил Карл Фукс со своей семьей. Именно здесь кипела культурная и общественная жизнь города. Литературные вечера, которые организовывала Александра Андреевна Фукс, были ярким событием в жизни города. Кого только здесь не встретишь. Лобачевский, Симонов, писатели Боротынский, Перцев. В этом доме на Сенной улице ровно в 7 вечера они собирались, чтобы узнать и обсудить последние новости из северной столицы. 1833 год был отмечен знаменательным событием в жизни Фукса – знакомством с великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэт хотел встретиться с Карлом Федоровичем, который был ему чрезвычайно интересен и мог наиболее полно ознакомить его с местной историей. Пушкин писал историю о Пугачеве. 3 дня был Пушкин в Казани. Он приехал поздно вечером 5 сентября, а 7 сентября в 6 часов вечера Фукс привез Пушкина к себе домой, чтобы познакомить его с женой Александрой Андреевной, племянницей известного казанского поэта Каменева, поэтессой, хозяйкой литературного салона. Потом на 1,5 часа Пушкин вместе с Фуксом уехал к купцу Крупенникову, который был некоторое время в плену у Пугачева. А в 8 часов Пушкин снова в гостях у Фуксов. Чуть-чуть позже, 12 сентября, Пушкин пишет жене в Петербург о посещении дома Фуксов. Он дает несколько ироническую характеристику Александре Андреевне. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с 200. И далее: муж ее умный и ученый немец, в нее влюблен и в изумлении от ее гения. Я рад, что с ним познакомился. Конец цитаты. Перед отъездом Пушкин уезжает из Казани рано утром 8 сентября. Он благодарит Александру Андреевну Фукс за ласковый прием и приглашает приехать в Петербург. Было отослано благодарственное письмо. Всего писем от Пушкина Фуксом было 4. Второе письмо
датируется 1834 годом. Пушкин пишет: «С жадностью я прочел прелестное ваше стихотворение и между ими ваше послание ко мне, недостойному поклоннику вашей музы». И далее: «Потрудитесь, милая государыня, засвидетельствовать мне мое почтение Карлу Федоровичу, коего любезность и благосклонность будут мне вечно памятны». Конец цитаты. Третье письмо было написано в 1835 году. Пушкин сообщает, что отправил в Казань книгу о Пугачеве и в конце слова благодарности мужу. «Припоручаю себя драгоценному вашему благорасположению и дружеству почтенного Карла Федоровича, перед которым извиняюсь в неисправности издания моей книги». Последнее, четвертое письмо датируется 1836 годом. Пушкину оставалось жить меньше года. Он сообщает, что в Казань отправил билет на получение «Современника». Далее цитата. «Мною издаваемого. Смею ли надеяться, что вы украсите его когда-нибудь произведениями пера вашего? Свидетельствую глубочайшее мое почтение любезному, почтенному Карлу Федоровичу, поручая себя вашей и его благосклонности». Следует добавить, что стихи Александры Андреевны в «Современнике» у Пушкина так и не были напечатаны по вполне понятной причине. Еще хочется заметить, что пытливый взгляд Пушкина не мог пропустить отношения, семейные отношения Читы Фуксов. Он говорит, что Фукс не только умный и ученый немец, он влюблен в свою жену в изумлении от ее гения. Главным трудом Фукса стала его работа над книгой о казанских татарах. В ней он обобщил свои многолетние наблюдения в среде, в которой бывал частым гостем. Татары охотно делились с ним своими знаниями. Они любовно называли его «Табиб Фукс», что в переводе означает «врач». Он умер в 1846 году и был похоронен в лютеранской части Арского кладбища. В день похорон в Казани не было бы человека, который не знал, кого хоронят. В похоронной процессии участвовали высшие городские чиновники, профессора и студенты университета, простой городской люд и толпы татар. Горожане прощались с человеком, который 40 лет их лечил и учил доброте. В 1846 году отмечали 50-ю годовщину со времени кончины профессора Фукса. Городская дума постановила переименовать одну из улиц Казани в улицу Фукса, а по высокому берегу Казанки разбить сад, названный Фуксовским. Постановление было исполнено. Мы находимся на высоком берегу Казанки. Первый раз я здесь оказалась, когда была ученицей 3 А-класса. И нас привела сюда моя первая учительница Анна Петровна Беляева. Она проводила здесь урок естествознания и объясняла нам, как устроена наша земля. Верхний слой земли – черный, плодородный, потом идет глина, песок, каменистые включения. И все это было видно вот на противоположном берегу Казанки. По берегам Казанки были прекрасные песчаные пляжи. Справа находилась лодочная станция, а еще здесь была университетская база лыжная. Потом, когда я уже стала учителем в средней школе, я очень часто приводила сюда своих учеников, чтобы они полюбили этот уголок Казани так же, как люблю его я. Если мы обернемся чуть-чуть, и с правой стороны мы увидим памятник Фуксу. Памятник поставлен прекрасному благородному немцу, который жил у нас в Казани, был профессором Казанского университета. Стремление поставить науку на благо людей и бескорыстная помощь всем ненуждающимся превратили Фукса в легендарную личность. Никого казанцы не любили так, как Фукса. Казани повезло, что он здесь жил и работал. На этом у нас все. Если у вас есть интересные истории о нашем славном городе и вы хотите поделиться ими, присылайте их на наш электронный адрес, указанный внизу экрана, а также в группу ВКонтакте. Спасибо за внимание, любите свой город, до новых встреч!